Ну что, друзья, я покидаю Сочи парк. Точнее, не я один, мы всей бандой покидаем Сочи парк. И отправляемся в Богатырь. Зачем тебе тыква? Точить. Тыква, у нас ужин. Снимаю на телефон. Поэтому, возможно, будет небольшая вот такая вот. Ну, вы поняли. О, у меня уже появилась надпись. Аккумулятор разряжен. Меня уже все ждут. Уже все голодны, сейчас меня самого съедят. А нет, походу не меня, походу еще кто-то убежал. Вот вам Сочи парк, вон там уже олимпийский объект, видите крыша? Если не ошибаюсь, возможно даже это фишт, стадион такой. Колесо обозрения, дети не хотят уходить из Сочи парка. Дольче, паста, бар. Колесико очень оригинально здесь светится. Ну, конечно, не такое большое, как Лазаревское, но тоже интересное. Прям рядышком с нами Богатырь, в кое мы идем. Обалденная красивая луна. Ну, вот, как бы так. Горки большие уже не работают. Уже, видимо, боязно им. Ну давайте сделаем что. Прикольно. Ну что, идемте. О, вот уже колесо. Тут совсем другой узор. У колеса очень красиво. Замечательно, шоколадно и питательно, как я говорю, в последнее время. Очень много дам нарядились на Хэллоуин. Всякие эти наряды, рожки. Боевой раскрас. У некоторых это истинное лицо. Шутка, нет, я ничего не хотел сказать плохого. А вот красавец, блядь. Держу телефон как могу. Стараюсь нежно, бережно и ласково. Все, идемте. Там написано салон красоты. Идем туда, не знаю куда. Знаю, ресторан Садко. Вот идем в Садко. Трапезничать. Говорят, хороший шведский стол. Салон красоты, который я вам говорил. Ну и мы внутри замка. Все, на этом выключаюсь. Всем пока, до новых встреч. Ну, если будет возможность, я, конечно, включу. Очень интересно, тут такие рыцари, кони. Это я продолжаю, пока мы там всем ждем лифты. Смотрите, о, какой богатырчик. Нам такого надо. Так, лифт, без меня все уедут. Было изнасиловано, судя по всему, тело и закопано. Ну, не совсем удачно. Блин, нам не повезло. Ресторан закрывается на самообработке и откроется только минут через 30. Поэтому пойдем гулять, но боюсь, что вы этого уже не увидите, так как у нас, точнее, моего телефона кончается батарейка. Владимир Николаевич не даст соврать. Что? Это дети. В жопу пошли. Ну, это по-нашему. Агрессивный мальчик. Ладно. Всем пока. Теперь всем пока. К сожалению. Садится батарея. Увы. Было интересно показать вам что-то. Всем пока.